регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта. Доля хронических алкоголиков в этом море алкоголя всего несколько процентов. Остальное пьют обычные люди, которые уверены, алкоголизм им не грозит. Но это заблуждение. Из регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин и подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. В их организме уже запущен механизм разрушения. Умирает мозг, заплывает жиром сердце, атрофируется печень. Береги себя.